Привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу снять видео в преддверии к 14 февраля и порадовать девушек новым образом. Сделаю я его так же ярким, как и предыдущие, но его можно, в принципе, использовать для этого праздника, и можно сходить куда-нибудь с таким макияжем погулять. Я поиграю сегодня с розовыми, возможно, фиолетовыми оттенками и сделаю акцент на губах. Так что давайте посмотрим, что получится. Первое, с чего мы сегодня непосредственно начнем, это будут брови, и для них я буду использовать специальный набор от Essence. Использую закрепляющий гель для бровей от Rilouis. Затем мы переходим к глазам, и сегодня буду использовать базу от NYX. Беру палетку Naked Dream и использую светлый оттенок для закрепления базы. Мы закрепили глаза, я уже нанесла клейкую ленту. И мы переходим к палетке Makeup Geek, и я использую розовый оттенок. Беру палетку Mary Kay и использую темно-розовый оттенок, чтобы был плавный переход. Беру палетку Too Faced и использую темно-фиолетовый оттенок. Возвращаюсь к палетке Mary Kay и использую все тот же темно-розовый оттенок. Использую палетку Makeup Dream. И сегодня я возьму и смешаю вот эти два красивых шиммерных оттенка. Один более с розовиночкой, другой серебристый. Даже больше такого звездного красивого оттенка. Я их смешаю и нанесу в уголок глаза. Использую мою любимую тушь от Luxe Visage. Мы завершили наши глаза. Переходим к лицу. И использую сегодня, как обычно, базу от Evelyn. Сегодня буду использовать тональник от Makeup Forever. Переходим к следующему этапу и наносим консилер. Сегодня это будет консилер от Luxe Visage. Мы нанесли жидкие текстуры и теперь мы их закрепляем пудрой. Переходим к контурированию лица, и сегодня я буду использовать палетку от Kat Von D. Использую мои любимые румяшки от Just. Одна из самых моих любимых частей видео – это нанесение хайлайтера. И сегодня я буду использовать микс от Rilouis Pro – жидкий и сухой хайлайтер. Мы завершили наше лицо. А сейчас мы должны закончить нижнюю часть глаза, и потом мы начнем оформлять губы. Сегодня губы у нас будут тоже с акцентом. Я буду использовать две помады. Первая это Pin Up Ultra Matte от Luxe Visage номер 512 Naomi. Она такого темного бордового оттенка. И я ее буду сочетать вместе тоже с помадой от Luxe Visage вот такого красного оттенка.
Поверх этого я буду использовать карандаш контур от Rimmel. Мы подошли к концу. Наш макияж завершен. Мне очень нравится сочетание розовых оттенков на глазах, и также очень красиво играет фиолетовый оттенок из палетки Too Faced. Очень красивое сочетание цветов помад Luxe Visage. Они в сумме дают достаточно такой красивый винный оттенок. И мне очень нравится, я прям ставлю просто 10 из 10 баллов моим любимым хайлайтерам от Рилуи, и сухому, и жидкому, потому что в сумме они дают великолепное красивое сияние и освежают лицо. Если говорить по поводу праздника, я очень хочу от души всех поздравить, потому что это чудесный праздник любви, романтики и нежности. Я хочу пожелать долгих, прекрасных лет в отношениях людям, у которых уже есть вторая половинка, и не огорчаться, и людям, у которых, к сожалению, еще второй половинки нет, и обязательно дождаться своего счастья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А я вам шлю воздушный поцелуй и желаю хорошо провести этот чудесный праздник в кругу своих любимых и близких.